Автопарк жамбылских аграриев пополнился новой сельхозтехникой. Фермеры приобрели их по льготным условиям. Автомобили получили сотрудники скорой медицинской помощи. Мероприятие приурочили ко Дню независимости. Пилотный проект по повышению доходов сельского населения Жамбылской области стартовал в 2019 году. Охвачено больше 26 тысяч жителей и 10 сельских округов. В рамках этой программы фермерам выдают и льготные кредиты. Благодаря этому аграрии смогли обновить автопарк. Торжественное вручение ключей от 24 единиц техники прошло в канун Дня независимости. В следующем году в двух сельских округах каждого района мы проведем аналогичную работу. Будем приобретать технику и выдавать жителям по 2,5%. К 2025 году мы планируем охватить все 156 сельских округов. Всего в Жамбылской области насчитывается более 12 тысяч единиц сельскохозяйственной техники, в том числе и 4,5 тысячи тракторов. Сейчас 25% из них в изношенном состоянии. Поэтому программа нужна, говорят предприниматели. Зимой выдают технику. Сейчас можем сказать, что мы готовы к весне. Продолжаем работать дальше. Ранее мы приобретали технику, уже расплатились кредитом. Служебные автомобили в канун праздника получили и медработники региона. Их автопарк пополнился 12 новыми каретами скорой помощи. Машины распределят по районам. Каждая будет обслуживать примерно 10 тысяч жителей. Алия Магомбетова, Роза Мажитова, Нуржан Кадрайле, Асылбек Жолшыбек, Жібек Жолы, Жамбылская область.